Безусловно. Ну, мне кажется, что и я смотрел 12 июня в Кремле вручение. Президент страны Владимир Владимирович награждал людей, которые отметились в области разработки каких-то научных, военных отраслях. И мне кажется, что, безусловно, это определяет мощь государства. Безусловно, это лицо страны. То есть, безусловно, это вещь, без которой я не вижу такую большую, многомиллионную страну, как Россия. Конечно, мы должны развиваться, и, конечно, ну, сегодня я, например, глядя церемонию из Государственного дворца, я был доволен тем, что эти люди отмечаются, что есть какие-то... Ну, я родился в Советском Союзе, и мне какие-то вещи близки. Вот. Поэтому, конечно, это опять-таки идет туда, в сторону воспитания патриотизма. Когда я вижу, что